Главная кампания лета близка к финишу. В стране убрано более 7 200 000 тонн зерновых. Это почти 90% площадей. Первой среди регионов жатву завершила Брестская область. Средняя урожайность 37 центнеров с гектара. Республика рассчитывает на рекордный каравай в 11 миллионов. Автомобили в светлое время суток должны передвигаться с включенным ближним светом фар до 5 сентября. Штраф за нарушение до 96 рублей. Главная цель – привлечь внимание маленьких пешеходов перед началом учебного года. Долгожданную прохладу, по прогнозам синоптиков, стоит ждать уже во вторник. Пройдут дожди и грозы. Тем временем пока жара не отступает. Из-за аномального зноя практически по всей стране продолжают действовать запреты и ограничения на посещение лесов. На пятницу снова объявлен желтый уровень опасности. Почти 180 одаренных учащихся и педагогов получили специальные премии Могилевского облисполкома. Среди них и 17 бобруйчан. В олимпиадном рейтинге этого года область заняла 3-е место. Достижение свидетельствует о командной работе всех представителей образования. Бобруйчан приглашают на футбольную тренировку. В воскресенье на стадионе имени Прокопенко пройдет День открытых дверей детско-юношеской спортивной школы «Белшина». Начало в 10 часов. Родители смогут задать любые вопросы, а ребята забить свой первый гол.